Что это такое? Это космический песок. Давай посмотрим, что это за космический песок. О, это какое-то инопланетное существо. Это какой-то инопланетянин. А что там еще есть? Смотри, что там есть. Это какие-то ручки, ножки, глазки. Смотри. Тут есть формочки всякие. И надувная песочница. Какая-то еще книжка. Там... Что это такое? Смотри! Песок! Не похоже на песок, он какой-то не как песок. Он такой, как бы, рассыпчатый, еще как космический, и правда. Кажется, это правда песочница. Как ее тут добывать? Вам высыпать песочек? И у нас садчики такое есть. Смотри, какое. Смотри, Белла, как он распадается. Это какой-то космический песок, и вправду. Неужели на Луне такой песок? Вау. Давай что-то слепим. У меня есть формочки. Давай слепим звездочку и красим ее глазками, ручками, ушками. Давай. Нужно ее глазки, смотри. Какие забавные. Формочки, так и садчики. Давай слепим свое инопланетяне. Черепашка! Черепашка, Ева! Черепашка. Не хочется возвращать. Ой! Упала? Упала. Сейчас. Ой! Глазки, божьи коровки. Котик. Смотри, какая божья коровка у меня. Не распалась, как игрушка. Ручки. Ты же тоже слепил? На, подержи. Нет, ручки. Ручки? Давай сделаем ручки. А я их хвост сделаю у динозаврика. Опля. Я черепашку себе. Ух ты, что это такое. Пик, пик, пик. Смотри, Белл, как тут летится бабочка. Тут много чего можно слепить своими руками. Да и красиво. Не то, что просто формочку. Ой, только! Да бабочка. Сделай ей глазки. Давай.
пушистая бабочка. Дай конфету, говорит рыбка. Мне паучку. Слепи ей конфетку. Папля. Максим. Здесь такой парит. Невероятно. Какой он красивый. Кажется, песок. Так, что у меня тут получается? Я соску. Вот так. Лепим на пленичанина. Опля, это очень. Так, так, вот так. Так, голова. Хорошо. Голову лепим. Какая-то. Давайте сделаем глазки. Давайте. Ой, кажется, это песок. Глазки на лбу у него будут. Это же инопланетянин. А хватик у него будет. Так. Я падай. Он падает. Где у нас тут нос? Вроде как бы это нос. Мама.